Мы сели кушать арбуз. Ваня, кушай, да, Ваня? Ваня уже весь в арбузе. Короче говоря, вчера что мы ели, вообще, да, не сладкий был. Егор, скажи ведь. А сегодня сладкий. Да он не сладкий вчера был, невкусный. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем привет, дорогие друзья. Ванечка, что случилось опять? Мама, Аленка пришла. Аленка пришла, ну хорошо, все, тихо. Хотела сказать спасибо Светлане Эхнер, если правильно, извините, если неправильно фамилию сказала. У Светы есть канал на Ютубе. И она вчера перевела 307 рублей, по-моему, там. Ну, я скрин еще вставлю. На PayPlay, по-моему, так кошелек называется, я не знаю. И у нее скоро будет конкурс для русских граждан. Она сама из Германии. И она будет проводить конкурс там, у кого есть кошелек PayPlay. Поэтому, дорогие друзья, ссылочку постараюсь оставить в описании на ее на канал. Проходите и смотрите, потому что многие любят в конкурсах участвовать. Сейчас у нее будет скоро конкурс именно для тех, кто проживает вроде бы в Германии, я не знаю точно. Тихо, тихо. И скоро, она говорила, будет для российских граждан. Поэтому, если кому интересно, я постараюсь ссылочку оставить. Свете хочу сказать огромное спасибо. Но я только еще не умею этим кошельком пользоваться, если честно. Я не знаю, как оттуда выводить деньги. Я на Ютубе смотрела, я вводила свои данные туда, но у меня почему-то показывает, что я что-то не то делаю. Короче, ладно. Пусть лежат, копятся. Так что вот такие вот дела. Я сейчас хочу сварить суп. Суп с рыбной консервой. А муж делает окрошку. Я не хочу ни окрошку, ничего такого. Я хочу чего-нибудь горяченького. Я хочу суп или что-нибудь такое. Дети, наоборот, они хотят окрошку. Я уже не могу. Я говорю, я не могу без супа. Мне надо суп. Поэтому я сегодня варю суп. С рыбной консервой. Что-то у меня кошка ходит. Мяркает. Вроде, когда говорили, когда обгуливается, начинает она сильно мяргать. Но наша не сильно мяргает, так чуть-чуть. В основном мяргать начинает, когда ребятишки на улицу выбегают. Но по возрасту, сказали, 8 месяцев уже как бы обгуливаться должна. Ну, не знаю. Ходит, что-то помяргивает. Так, я нарезала картошечку. Сейчас закидываю в кастрюльку, пусть варится. Поставила тут уже воду. Солить надо еще. Детки у меня бегают, играют. У нас-то, кстати, холодно стало. Напишите, какая у вас обязательно погода. Тепло или нет. Если у вас тепло, подуйте нам теплым ветром. Чтобы у нас тоже тепло было. То все холодно, да холодно. Ладно. Так, где у меня рыбная консерва? Рыбная консерва. Купила я вот эту вот открывашку, банки открывать. Поначалу, ребят, честно, не знала, как ей открыть банки. Пока не посмотрела на Ютубе, как эта открывашка открывать банки. Вот что означает деревня. Ни хрена не знаю, как, что, чем пользоваться. Туго, конечно, эта открывашка открывает, но, в принципе, удобно. Я видео смотрела. Первый раз ты пыталась это нам открыть, что ли? Да, я сначала пыталась детям. Чего я вам пыталась открыть? Ну, потом подумала и вот так. Да, начали потом так. Вот что значит деревня. Ну вот вы же мне постоянно пишете, Настя, ты деревня. Так я и есть деревня, господи, ребят. Смех и слезы одни. Зато я простой человек и не злой человек. А теперь открыть не могу. Все, открыла. Ура, я консерву смогла открыть. Так, ополоснуть ее. Ура, ребята, консерву смогла открыть. Ну вот ребенок, например, ей не сможет пользоваться. Она не сможет ее открыть. Вот это вот, что я сардину взяла, в принципе, она неплохая. Но я всегда другую беру, а ту, которую я беру, то и не было.
Это, в принципе, неплохая сардина. Напомню, вот такую вот я брала. Вот, смотрите, есть кусочки рыбы вот такие вот небольшие, как хвостики, знаете, вот. Такая вот рыбка небольшая. Но тут рыбки много. Бульон есть и жир. Так, в принципе, неплохая консерва. Но я всегда другую брала, там мне больше нравилось, конечно. Ладно, варю супик. Всем добрый день, дорогие друзья. У меня муж съездил в город, и сейчас я вам покажу, что он купил. Ну, в первую очередь, это туалетная бумага у нас. Это первая необходимость, можно так сказать. Ну, как и в любой другой семье. Так. Что он ее много набрал. 8 рулонов аж. Дальше купил бананы. Я его просила. Нате, раздавайте всем бананы. Иди раздай сначала это. И 3 литра молока. А, еще одна новость. Это то, что муж сегодня заходил в тот офис, где телевизоры принимают на ремонт. И узнал, до скольки она там будет находиться. Они, оказывается, не работали из-за того, что у них света не было. Ну, слава богу, сейчас работают. Муж вызвал такси. И сейчас повезет телевизор на ремонт. Посмотрим, во сколько он нам обойдется. Ремонт. Ну, надеюсь, что не очень дорого. Иначе смысла тогда нет его ремонтировать. Вот, в целом, вот как-то так. Машенька у меня съездила в город, забрала свои учебники. Мне уже написали, кто, когда, во сколько 1 числа пойдет в школу, у кого во сколько будет занятие. Линейка будет только для первоклассников и для выпускников. Для остальных линейки не будет. Будет просто классный час и все. Поэтому вот такие вот дела у нас. Что дальше планируется, не знаю. Мне писали, Настя, у вас по Пермскому краю сейчас будет для младших классов проезд бесплатный. Не знаю, ребят, я знаю, что это только в Перми. Такое ввели, да, что там с 1 по 5 класс ездят бесплатно. Вообще, там специальное какое-то им выдается что-то, и ездят ученики бесплатно. У нас это будет навряд ли. Но у нас, по идее, даются талоны на учеников, малоимущих, многодетных, даются талоны на проезд детей. Поэтому они и так, по сути, ездят бесплатно за талоны. Как бы не должно ничего, по сути, мне кажется, измениться. Но посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Учебный год еще только начинается. А там посмотрим уже с вами. Так что вот такие вот дела. Дети уже расхватали все бананы. Ваня заревел истерику, то, что ему банан неправильно оторвали. Видите, вот так вот Ване такой не надо. Ваня истерика. Ну, это нормальное состояние Ванина. Так что вот такие вот дела. Что планирую сегодня делать? Хочу выкопать, у меня там помидорки чили. Они, на них много помидорок. И боюсь, что морозы пойдут и примерзнут. Хочу их выкопать. Сейчас, Оксана, подожди. И домой занести в тепло. Или хотя бы на летнюю кухню их занести, чтобы они в тепле были, а не на улице. Ну вот как-то так. Ладно, ребят, всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И вы будете в курсе всех наших новостей. Дорогие друзья, решила попробовать по рецепту моей подписчики потушить баклажаны. Сейчас попробую. Я немножко чуть-чуть один сделала, она мне написала, как сделать. И вот попробовала я. Сразу говорю, ничего не снимала. Чисто на пробу. И с бородинским хлебушком сейчас вот попробуем. Здесь достала тефтели размораживать. Хочу на вечер сделать со спагеттими. Ладно. Сейчас попробую и скажу, как оно на вкус. Заранее очень благодарна вам за рецепт. Ну, удобнее было бы, если бы вы мне писали в личку. Потому что там искать не надо. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я буду пробовать.